Крещение – это один из великих православных праздников. Этот праздник установлен в памяти о том дне, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан. С тех пор раз в году вся вода в мире становится священной и чудотворной, так гласит предание. В храмах ежегодно проходит традиционно службы и освящение воды. Крещенскую воду пьют для укрепления сил и здоровья. Ею окропляют дома. Освящают воду также в реках, озерах и других водоемах. Великое освящение воды прошло и в храме Натырбовского сельского поселения. Благословляй, благословящий тебя Господь, священно тебя уповающий, спаси люди твоя, и благослови достояние твое, исполни церкви твоей, сохрани, освяти любящие благолепие дому твоего, ты этих воспрослави божественной твоей силы, и не остави нас уповающих на тебя. Мир, мир, этому дарую церковь, священникам Божию, со всем людям твоим, яко всякое дение благо, и всегда совершенство честь. Ходяйте со свету, эти славы и благодарения и поклонения воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Далее состоялся основной ритуал праздника – освящение воды. Праздником! Праздником! Преблагословенную, славную Владычь нашу Богородицу и пресную Деву Марию со всеми святым помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение со безначальным твоим Отцем, Пресвятым и Благотворящим твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Велиси, Господи, чудно дела Твои, не едино слово, да больно, да будет пению чудес Твоих. И ныне, Владыко, освяти воду сию, Духом Твоим святым. Спаси, Господи, помилуй великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Майкопского и Адыгейского, и сохрани их под кромкою Твою мире, покори им вся враги и супостаты, даруй им вся, яжекого спасения, прощения и жизни вечную. Дай стихии человека, и ангелы, видимые и невидимые, славят Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом. И крещающийся Тебе, Господи! Иордане, крещающийся Тебе, Господи! И в заключение отец Андрей поздравил всех православных верующих с праздником. Всех вас, дорогие жители, поздравляю с праздником, с крещением Господним, всех наших односельчан, жителей Кашхабльского района и всех гостей, которые приезжающие, поздравляем с великим праздником, с крещением Господним. Сегодня мы с вами освятили воду, которую мы так долго ждем, которую мы освящаем только раз в год. И сегодня мы с вами набираем ее благовейно, с молитвой, для того, чтобы у каждого у нас была дома великая святыня, чтобы мы при болезнях и при всяких напастях нас могли окропить свое жилище, осветить этой водой. Также натощак могли тоже принимать ее. И всех вас поздравляю с этим праздником, желаю долгоденствия, мира, жития и спасения, чтобы Господь всех хранил и укреплял на многое благое лето.